11 февраля по инициативе Королевской академии наук и международного сотрудничества во взаимодействии с рядом государств-членов ООН, в том числе с Таджикистаном, состоялась международная конференция на тему равенства, разнообразия и инклюзивность. Вода объединяет нас. Нашу делегацию на мероприятии представил уважаемый Рустами Эмумали. В своем выступлении председатель Маджлиси Милли Маджлиси Ули страны напомнил о проблемах водного сектора в мире и подчеркнул важность роли мирового сообщества, предотвращение этого процесса и усиление реализация цели устойчивого развития, особенно шестой цели. Уважаемый Рустами Эмумали также рассказал о роли женщин и девушек в мировом сообществе и в решении глобальных проблем и проинформировал о мерах, предпринимаемых правительством Таджикистана в этом направлении. Во встрече также приняли участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, президенты Словении, Кипра, Португалии, Мальты, Греции, Эквадора, а также глава правительства Сан-Марино, министры Испании, Бутана, Республики Корея и Латвии.